того момента, когда в Санкт-Петербурге были открыты первые 4 магазина «Пятерочки», прошло 20 лет. Становление сети проходило постепенно. Она охватывала за городом город. В настоящее время по всей стране работает более 13,5 тысяч магазинов. Ежедневно «Пятерочка» принимает 27 миллионов покупателей. А помнят ли сестройцы, когда в городе появился первый универсам? Здравствуйте. Скажите, а вы не помните, когда «Пятерочка» у нас в городе открылась? Не помню. Честно, я не помню. Может быть, в 2005-м, нет, в 2006-м. Ну, где-нибудь, нет, это много, 20 лет. Вот 20 лет сейчас они, да, отнимаем, это что получается? Сейчас 19-й, в 8-м, да, получается, году. Черт возьми, вспомнила. Спасибо. Всего доброго. Может быть, лет 5-6 назад, я не знаю. Это точно не помню, честно сказать. Это давно. Дай бог памяти. Где-то 2005 год, как-то так. Ну, где-то здесь. В начале 2000-х. Я не помню. Слушайте, ну, по-моему, десятилетия не справляли. В нашем городе первый магазин был открыт 29 августа 2008 года. И вот как это было. Хочется отметить, что руководство провело не только внутренний и внешний ремонт магазина, но и на следующее лето привело в порядок территорию перед входом в здание. Сегодня у торговых маркетов «Пятерочка» есть свой бренд – витрины с красными и зелеными кружочками, яркими огнями. За 10 лет работы «Пятерочка» не утратила популярности у горожан. Жители Сестроя по-прежнему посещают ее. Мне нравятся фрукты, овощи. В основном здесь покупаю. Что еще? Шоколад. Все, наверное. Мне кажется, они все одинаковые, только в ценах бывают немножко разные. Ну, я как-то даже особо не придаю значения, что ближе, то и туда хожу, когда. Какие продукты, где по цене дешевле. Даже с мамитом не отличается. То же самое все. Хлеб вот у меня такой купеческий, я все время тут беру. Больше нигде нету, кроме «Пятерочки». И я так все и хожу сюда. И здесь все есть, все можно купить. И молоко, и кефир, и все. Все куплю. Спасибо.